Пап, это мой парень Мартин. Очень приятно, мистер Галло. Взаимно, Мартин. Мартин музыкант. На банджо играю. Как лягушонок Кермит? Спустя полгода. Мистер Галло? Дженни дома? Мы расстались. Знаешь, где она может быть? Адрес не знаю, но я там бывал. Одевайся, покажешь, где это. Поехали, ты поведешь. Вообще-то, у меня нет прав. Мы любим Дженни, но кое-кто любит ее слишком сильно. Что? Кое-кто здесь хотел трахнуть вашу дочь. Ладно, мы поехали. Эй, можно с вами? А вдруг ее похитили? А кем именно вы работаете? Мы прикалывались, что вы торговец оружием. Я поставщик. Справа! Вот чума! Я такой, справа! Куда уж без тебя. Лучший способ забыть бывшую? Мы ее найдем, мистер Галло. Зови меня, Фрэнк. Не уверен, что смогу. Провести ночь с ее отцом. Это очень плохая идея. Я должен знать, что моя дочь жива-здорова. Валим! Мы искали Дженни всю ночь. От полиции бегали. Можешь не напоминать, я там был. Джей Кей Симмонс, Эмиль Хирш. И так каждый день. Как в том фильме «Джон Уэйн». Это не кино, это жизнь. Молодцы, ребят. Хоровод. Может, поспрашиваешь? Уже. Уже что? Твитнула. Крутой старикан и молодой маньяк. Хэштег офигеть, хэштег я бдала. Скоро.